всех приглашаем на мое очевидение, да, ребята? Области Александр Поделюк, дирижер Загадочный шляпочник, персонаж книги Льюиса Кэрролла, угощает ребятню чаем. Повод самый что ни на есть замечательный. Празднование дня деревни Гребнево. 5 минут назад закончился турнир в шашки, в который малыши сразились с самой Красной Королевой. День деревни – праздник для всей семьи. Многие живут в Гребневе не одно поколение. История деревни уходит вглубь 5 веков. Впервые Гребнево упоминается в Песцовых книгах 1584-1586 годов. Это документы, которые содержат описание городов, сел и других населенных пунктов. В знаменитой Гребневской усадьбе в разные годы жили князья Трубецкие, Голицыны, Бибиковы. А вот поэт Державин воспел в стихах «Гребневский ключ». Мне хорошо с тобой, и ты всегда везде одной травой. Сильны культурные традиции и в наши дни. Одна из таких – вместе отмечать день рождения деревни. Поздравляю вас с Днем деревни Гребнево. Наша деревня по праву является жемчужиной городского округа Щелково. Я желаю вам крепкого здоровья, любви, счастья. Пусть оно множится в ваших домах каждый день. Гребневцам, которые добросовестно трудились и проявили активную гражданскую позицию, на празднике вручили благодарственные письма главы округа Андрея Булгакова. Среди награжденных – старосты деревень, для которых Гребнево – центр сельской жизни. За последние годы очень много изменений. Самое главное – это асфальтированная дорога в деревню пришла. Только живая музыка и чистые голоса. Духовой оркестр театрально-концертного центра «Щелковский театр» исполнил шлягеры прошлых лет, джазовые произведения и современные композиции. Была прекрасная разнообразная также программа. Мне кажется, мы подарили людям большой заряд бодрости. Силами. Лето продолжается. Несколько песен посвятил Гребневу специальный гость, участник 9-го сезона «Голос дети» на Первом канале Мирон Луженский. Кстати, тоже из Гребнева. Но у твоей Москвы небо не выстало общей что-то, наверное, не вы. Ей 8 лет. Я здесь живу, мне все здесь нравится. Я люблю здесь выступать, мне очень нравится здесь выступать. Днем в деревне Гребнево. Папа, есть, молодец. От армрестлинга до выжимания гири, спортивные состязания с мастером спорта по тяжелой атлетике Владимиром Копосовым. А вот и претендентка на победу. Вот смотрите, как надо быть сильными, красивыми. Папа, вверх, на грудь, раз. Желаю, чтобы Гребнево процветало, чтобы наша усадьба восстановилась, чтобы у нас здесь было много-много народу. Вечером на сцену вышли танцевальный коллектив «Санни Дэнс» и участники светового шоу. Получилось ярко и зрелищно. Михаил Налетов, Щелковское телевидение.